Всем привет! Друзья, хочу снять маленький ролик, как мы делаем в этом сезоне сироп. Так как мы ушли от зимовки на меду, на подсолнухе, мы решили зимовать на одном корпусе на сиропе. Так, подготовились мы в этом году, так, сделали вот такой стоячок, сварили, купили куботейнер пищевой, ну, был он пищевой, с хорошей горловиной и с хорошим краном. Тут сотый кран и горловина заливная, засыпная 40 сантиметров, 400 миллиметров. Очень удобно засыпать и так дальше. Приобрели мы мотопомпу Forte 30, очень мощная, в принципе, вот можно посмотреть, получается 60 кубических метров она перекачивает за час, что, в принципе, позволяет нам заколотить сироп буквально за 1,5–2 часа. Здесь вот я рассчитал, покажу вам вот такая пропорция. Это 1:1, то есть 1,5 сахара, 1 литр воды. И вот как бы наша такая цифра выходит. 300 литров воды, 459 мешков сахара и выходит 600 литров воды. Почему такую я пропорцию взял? Потому что у нас на пасеке здесь стоит 120 семей. Кормушки у нас 5-литровые из-под рассады, поэтому на пасеку нужно 600 литров. Ну, мы чуть-чуть делаем больше, плюс-минус водички, чтобы с запасом. И все у нас выходит хорошо. Патрубок вот такой 80-й, мотопомпа с 80-м патрубком, колотит очень-очень хорошо. Нам очень понравилось. Это третья закорм. Сейчас вот это наливаю воду. Сейчас мы готовим вот уже 300 литров воды. Вот, не знаю, видно или нет. Это холодная вода с колодца. Вот она бежит. Я вам сейчас покажу. Вот такие мы ступеньки сделали, чтобы было удобно заходить, засыпать. И вот холодная вода. Она льется. Льется она шланга. Где-то там он, с колодца. Вот, подключена. То есть воду мы не греем. И скажу вам, по предыдущим закормам, вот такой сахар мы использовали. Это новоивановский сахар. Почему мы ушли от ГФС? Не потому, что плохо пчелы на нем зимуют, а потому, что сахар нам выгодней. Экономическая такая точка, экономическая нам, с точки зрения экономики, финансов, нам выгодно сахар. Чуть-чуть поморочимся, ну, пасека закармливается, вот это, грубо говоря, 1,5–2 часа колотится и 1,5–2 часа не спеша разливается. Разливаем мы насосом вот таким и шлангами, раскатываем шланги по пасеке и заколотим. Вот и все. Так, у нас вода уже набежала, сейчас мы еще перекроем ее и будем колотить сироп. Ну что, друзья, поехали.
друзья, 9 мешков мы засыпали, на все, все у нас прошло 25 минут. Ну, то есть засыпать сахар можно в течение получаса-часа. Ну, и теперь колотим приблизительно полтора часа. Ну что, друзья, пошлите, теперь я вам покажу, как это все происходит. Процесс мы уже заканчиваем. Прошло ровно 2 часа с момента. Вот так заколачивается сироп. Вот так он бьется. Никаких кристаллов нет на ощупь и на вкус. Ну что, друзья, прошло почти 2 часа, 2 часов нету, ну почти 2 часа. В течение получаса мы высыпали 9 мешков сахара и в течение полтора часа колотилось 600 литров сиропа. У нас готовый сироп, поэтому будем сейчас подсоединять наш насос, вот тот, который стоит, шланги, и растягивать туда и поливать. Вот такой вышел сироп. Сейчас он постоит чуть-чуть. Тут получается просто воздух. Ну, вы видите, то есть он сейчас станет более прозрачный. Воздух уйдет, и все будет хорошо. То есть пока мы сейчас попьем кофе, оно будет готовое. Чуть-чуть постоит, настоится. Вот так происходит процесс. Очень удобно, очень классно. Не нужно греть воду. Буквально за 2 часа 600 литров готово. При этом, при всем, сахар расколачивается очень хорошо. В кормушках сахара нет. Обычные шланги. Вот такой электрический насос у нас был. Подсоединяем сейчас. Выкачиваем со шланги вот этой. Вот видите, вода как бы, ну, остановилась, сейчас воздух уйдет, и тут жидкость, сироп станет прозрачным. В принципе, вот это так. Вот. Подсоединим вот такой штуцер и будем разливать. В принципе, вот как бы и все. Так что, я думаю, греть вообще нету смысла. Это лишнее телодвижение. Просто потужную нужно мощную помпу. Ну, и все. Мне очень понравилось. Очень классно. Вообще все быстро происходит. Очень быстро. Одно, что мы теперь в будущем сделаем насосную станцию, чтобы насосная станция включала, подавала нам сироп под давлением. Открывали кран, идет сироп, закрывали, насосная станция переставала качать. В принципе, все. Метров 100 у нас туда где-то, ну, чуть-чуть меньше. Поэтому сироп давит хорошо, сироп льется быстро. Можно. Вот так, друзья, происходит процесс закорма. Используем мы плотики с вот такая кормушка на 5 литров. Если улей ровно стоит, ровно 5 литров влазит, даже чуть-чуть больше. Используем подложку с подламината пенопластовая. Она легкая, и поэтому проблем нет. Вот так мы наливаем сироп. Вот таким способом. Вот это все так происходит.
подложка с прошлого раза у нас прилипла. Ну, смотрите, она сразу же и отходит. То есть сама по себе она отстает без всяких проблем. Все, 5 литров налито, кормушка, видите, всплывает наша штучка. Пчел мертвых нету, пчелы не топятся. И вот признак того, что сами пчелы, если вот отсюда посмотреть, видно, что пчелы хорошо строят, берут сироп. Видно, что есть побелка, он даже с края, крайняя рамка, если посмотреть. И в принципе это признак того, что все хорошо. Хорошо берут, никаких проблем нет. Вот примерно как-то так. Все, поехали дальше. Ну вот и все, друзья. Пасека закормлена. На все про все у нас получилось сейчас без 10:04. За полтора часа. За полтора часа было закормлено 120 семей. Осталось, конечно, если честно, один улей, потому что там не такой. Давайте я вам покажу. Не такая кормушка. Вот это 120 семей закормлено за полтора часа. Полтора-два часа идет подготовка сиропа и полтора-два часа раздача. Тут просто вот такое ведро, сейчас мы 5-литровое. Сейчас мы его наберем и поставим. Ну и давайте я вам для интереса, ну так, вот тут мы недавно были, вот крайне, допустим, посмотрим, что происходит, как оно есть. Смотрите, открываем улей. Вот уже пчелки сидят. Это третий раз за корм. Третий по 5 литров. Видите, плотик целый. Пчелки уже сидят по краешкам. В принципе, они сидели, ждали. И если вот так посмотреть, четко видно, что даже крайние рамки идет. Пошла побелка по рамкам. Все красиво, видите? Это о чем говорит? Что все нормально, сироп пчелки берут без проблем. Несмотря на то, что сырая вода. Все работает, все классно, все эффективно. В принципе, вот такие дела. Если кому, друзья, наша вот эта, ну оно не наша, до нас это уже делали люди. Мы сами подсмотрели, но скажу так, нам такой способ очень понравился, очень круто, быстро, без проблем пчелки забирают сироп, no problem. Пользуйтесь, удачи вам, с вами был Иван Фабро, до новых встреч, пока!